Деревни и села Белгородской области. Какие они? Самобытные и современные. Они хранят историю и стремительно развиваются. Здесь особенные люди и свой неповторимый уклад и порядок. Сельский порядок. Село Теплый Колодезь Губкинского городского округа. Село, где в пересохшие русла рек возвращаются звонкие ручейки, где хочет жить молодежь и поэтому строит там свои дома. Село, полюбоваться на живописные просторы которого приезжают десятки туристов. Телеотчерк о селе Теплый Колодезь смотрите на канале «Мир Белогорья» в среду, 27 июня, в 15:20, 16:20, 19:00 и 20:30.